Здравствуйте, мальчики и девочки! А вот и я, привет, друзья! Ну ты у нас прям поэт, оказывается, Афоня! Я не поэт, я только учусь, мяу! Ой, Афоня, посмотри, наш пластилин постепенно уменьшается! Да, вот и сегодня мы вновь будем что-нибудь лепить! Мяу! Здравствуйте, мои маленькие телезрители! Здравствуйте, зверята! Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Катя! Катя, а какую фигуру мы сегодня будем делать из пластилина? Ну что ж, для того, чтобы узнать, какую фигуру мы сегодня с вами будем делать, давайте-ка сперва вспомним, а какие фигуры нам уже известны? Шар нам известен, цилиндр известен. Правильно! Эта фигура у нас называется шар, а вот это цилиндр. А сегодня мы познакомимся с новой для вас фигурой. Ну какой же, какой? С конусом. Посмотрите, как у нас выглядит конус. Конус имеет у нас вершину, в отличие, например, от цилиндра. А теперь подумайте, где вы могли уже встречать эту фигуру? Ой, какой сложный вопрос. Мяу, что-то я не припомню. А я как любительница цветов знаю, что бывают такие горшочки для цветов, очень похожие на конус. Правильно, Нюся, молодец. А еще? О, вспомнил. Мороженое. Рожок имеет форму перевернутого конуса. Вот. Молодец, Афанасий. А сейчас про конус будет мой рассказ. В высокой шапке звездочет считает звезды круглый год. Конус – шляпа звездочета. Вот он какой. Понял? То-то. Мама у стола стояла, в бутылке масло разливала. Где воронка? Нет воронки. Поищи, не с той сторонки. Мама, с места я не тронусь. Расскажи еще про конус. Воронка и есть в виде конуса лейка. Ну-ка, найди мне ее поскорейка. Воронку я найти не смог, но мама сделала кулек. Картон круг пальца обкрутила и ловко скрепкой закрепила. Масло льется, мама рада. Конус вышел то, что надо. Ну что ж, забавное стихотворение, не правда ли, ребята? А сейчас самое время слепить конус из пластилина. Берем с вами пластилин, отрезаем небольшой кусочек, так. Затем мы с вами начинаем его мять, чтобы он стал у нас мягким. Удобнее всего делать конус из шара. Вначале делаем шар с вами. А затем, смотрите, вот так вот вытягиваем вершину нашего конуса. Так вот. Так вот. Да, становится похоже на конус, действительно. Вот такой вот конус у меня получился, маленький. Ребята, я надеюсь, что у вас он тоже получился. Ну что ж, теперь мы с вами уже знакомы с тремя фигурами. С шаром, цилиндром и конусом. А сейчас наш урок подходит к концу. И что нам пора делать? Прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. Пока-пока, друзья. Всего вам самого доброго, малыши!